Так, братцы, я вам честно обещаю, что в следующем видосе будет строительный контент прям до глубины души. А сзади меня вы видите установка дверей, и мы сегодня с сыном занимаемся этим прям очень даже активно. Вон он. Он стесняется, парень, но он у меня строитель еще тот. На улице жара 37 градусов, и сегодня я хочу новые сабы, короче, катануть. Друзья мои, я немножко не с того начал. Мы сейчас бассейн поставим, потому что уже пора. А чтобы его поставить, надо его немножечко мне заклеить. Вот, тут подметем, воткнем чашку, и пока это все будет наливаться, мы с вами на сабиках покатаемся. Покажу вам в ходу, в действии, собственно, наше увлечение. Прошлогоднее еще в том году все это дело приобрели. В этом году докупили уже до полной семьи. И поедем кататься, побалдеем. Но нам сначала надо басик поставить. А басик надо сначала еще заклеить. Короче, смотрите, сейчас все будет. Ну что, сынуль, поехали кататься на сабах. Поехали. У нас есть 2 часа для этого мероприятия. Все, поехали кататься. Видос будет небольшой, но он такой развлекательный. Для чего он, собственно, сделан? Чтобы вам показать, что такое сабборды, для чего они нужны, как ими пользоваться. Все надуем, покатаемся, покажем, посмотрите, оцените. А в следующем видосе, обещаю, покажу вам двери. Потом мы начнем с вами детскую площадку. Ну а скоро уже начнется наш замечательный, долгожданный сплав на железном плоту, как и в прошлом году. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, кто не подписан, все будет интересно. А я, наверное, вот таким движением оказываюсь на озере. Блин, не получилось. Давайте тогда на машине поедем. Загружаемся. Здесь сейчас 4 саба. Вот так это примерно, друзья, выглядит, когда у вас вся семья катается на досках. Держи. Качаем насосом в конце, а вначале вот таким вот аппаратиком. Самое оптимальное. Вот сейчас раскачаем 2 кайпера и пойдем. Вот такой у нас семейный этот вечер. Развлечение, да. Драйбэк я все себе закину. В них это по минималке положим продукты, там, телефоны, кому надо. Заморали все, но ничего страшного. Вот так одевается и защелкивается. Кстати, классный вариант. Удобный. Вот бамс, смотри, и все. Хопс, хопс, все. И здесь, кстати, в отличие от вон тех бордов, здесь по 3 плавничка, да. А вот на тех идет вот один вот такой плавник. Вот. Вот так он выглядит. Сейчас поставим на те борды. Вот они, семейные покатушки, о которых я мечтал. Так. Хайпер сына и мой хайпер. Сына, помнишь название хайперов-то? Я что-то не помню уже. Нет, у него какой-то есть. Какое-то есть название еще. Так, ну что, давайте вокруг острова. Традиционно. Ну все, катаемся. Катаемся. Как тебе мой новый сабборд? Классный? Да. Загадывай желание между 2 черно-белыми. Ой, слушай, у нас похоже на акул. Плавание чуть больше. Нет. Да. На твоем сколько написано? На твоем?
335, и мой 335. А у Никиты поменьше, у Никиты 305. Но у него он юниор. Еще смотри, тоже разница, да? На этих мопедах, смотри, сразу сделаны кольца под кресло. А на этих не было еще. Вот тут печеньки. Так, мы как-то неуклюже катаемся с авариями. О, смотри, баланс какой у сноубордиста. А он у тебя толще просто. Слушай, ну классная семейная вечеринка у нас. Смотри, смотри, смотри. Выступление саббордиста. Андрей Пэк! Вот это хорошая, а? Чем левая? Хорошая. Щукарь, щукарь. Щукарем. Он не умеет. Давай. Делай красиво. Вы понимаете, что мы спортом-то не занимаемся сегодня? У нас какие-то вялотекущие мероприятия. Надо, конечно, сплавляться по реке. Вот это самый кайф. Во время движения можно даже не грести, но ты видишь новые места, новые знакомства, новых людей. Красиво, очень красиво. Ну и здесь тоже неплохо, в принципе, вечерком так покататься. Мы с собой сабы возьмем еще на сплав, на основной. Там что-нибудь поделаем, типа каких-нибудь соревнований, кто вперед прогребет. Давай за ручку, давай. Ты будешь прыгать? Надо? Ну, конечно, давай. Я держу, все, прыгай. Ай-яй-яй-яй! Я не могу поднять. Слава, мама! Тебе не прыгнуть. Ты как лысый. Ну, толкнула нас. Да прыгай, чего уже. Улетай, чего. Да я не могу. Че, вылезти не можешь? Да. Вот, как мама делает, так и надо. Смотри, берешься двумя руками и на него, хоп. Все, все, давай, 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 давай. Сын, помогай. Затягивай эту девчулю. Все, давай. Ты специально в кадр так? Дети счастливы. И хорошо. Не, ну я сегодня просто, я так на стройке не ушатываюсь, как... Смотри, пальцы. Так, а теперь, друзья, надо же вам показать еще несколько трюков. Смотрите, как мы умеем. Короче, надо еще весло к тебе привязать. А что держать не будет? Немножко держать не будет. Показываю экстремальный разворот. Смотри, ходишь назад. Хоп, хоп. Так, друзья, мы вернулись со сплава. Теперь запаковываем все, что нам нужно. Это у нас кварцевый песок. Тут есть надпись «Макс». Мы по ней так насыпаем. И все. Закрываем крышкой. Вот так. И закрываем хомутом. В конечном итоге сборка примерно выглядит вот так. Вход. Вход вот он, выход у нас там, и это дренажка для промывки. Ну, ясное дело, что в других, наверное, домах это все красивее оформлено. Но я сделал такой потолок, и у нас вода течь на электрику, на мотор не будет. Вот. Нормально все будет, короче. И у нас вот сколько уже водички налито. В конечном итоге, друзья, вода набирается, но уже сейчас видно ее состояние. Скорее всего, малоопытный хозяин будущего бассейна скажет, ну все, такая вода, конечно же, на выброс. Вон уже водомерки завелись. Что с ней делать? Но, друзья, не все так страшно. Помните, как-то в том году я вам показывал такой приборчик для замера pH. Как он работает? Мы набираем воды вот по этим шкалам. В желтую делаем капельку. По-моему, 3 капли надо. А сюда мы капаем с красного бутылька. Перемешаю хорошенько. И теперь смотрим состояние pH. И в принципе я смотрю, что похоже на идеал. Итак, но у меня есть еще на Верочку теперь вот такой вот аппарат, друзья. Он уже откалиброванный, классный. И по нему мы можем более точнее узнать наш pH. Это выпускает компания Deco, как обычно. Ссылочку вы можете посмотреть под видео на аппарат. Опускаем. И он показывает нам значение чуть хуже, чем показывал бутылек.
8,05, 7,88. И даже если мы сейчас посмотрим, здесь три семерки. А, ну 7,7, 7,8, ну вот, все правильно, это почти идеал. Значит, я могу PH- сюда и не сыпать, сразу же начать уже с химии. Но по поводу химии, братцы, я вам рассказывал в выпуске в прошлом году. И вы можете посмотреть об этом. Давайте я под видео в описании оставлю. Там же, кстати, я и про борды все оставлю вам. Какие борды мы с сыном использовали, где мы их брали и так далее. Вот, все, я рад вас был сегодня видеть. Первый отпускной день. Мы готовим бассейны. Мы баньку вчера здесь уже уличную затапливали. И впереди в планах у нас все-таки строительство детской площадки. Скоро мы это уже начнем. Так, ну как я и обещал, в следующем выпуске про двери межкомнатные. Расскажу вам максимально быстренько, понятно и простыми своими словами. Все, я рад вас был сегодня видеть. До скорых встреч. Пока. Пока.